Американская авиастроительная корпорация «Боинг» объявила о возобновлении производства лайнеров семейства 737 «Макс». Их сняли с эксплуатации, а затем из производства после двух катастроф в 2018 и 2019. Теперь же самолеты будут собирать вновь на заводе в городе Рентон, штат Вашингтон. На первом этапе, пояснили в «Боинге», объемы выработки будут небольшими, в частности из-за внедренных на предприятии мер санитарной безопасности. Большинство стран мира, включая Россию, США, государства ЕС, отказались от эксплуатации «Боингов» семейства 737 «Макс» после двух крушений лайнеров этой модели с разницей в полгода, сначала в Индонезии, затем в Эфиопии. Руководство компании признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед крушением имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. Компания занялась совершенствованием этого программного обеспечения. В январе на фоне технических проверок «Боинг» сообщил, что обнаружил новые уязвимые места. Репутационные и финансовые потери усугубила пандемия. В разгар санитарного кризиса «Боинг» заявил о сокращении 12 тысяч рабочих мест.